Power Sports и Power Talks представляют. Танец живота. Упражнения для начинающих. Привет, я Нина, а я Вина. Мы выступаем с танцем живота по всему миру, включая Средний Восток. Изучая танец живота, мы поняли, что это позволяет развивать каждую часть тела, особенно руки и мышцы живота. Тренировка живота позволяет иметь хорошую осанку и правильное развитие мышц пресса и спины. А умение владеть и красиво двигать руками особенно подчеркивает женскую красоту. Общепринятые упражнения для живота требуют больших физических нагрузок. В отличие от них, наша программа дает вам достаточно простые и приятные упражнения. Давайте начнем с положения «одна нога впереди другой». Скрещиваем руки перед собой, разводим стороны, дышим в такт движения рук. Выдох, вдох. Руки двигаются плавно. Скрещиваем, разводим стороны. Это отличное упражнение на соединение движения рук и ног. Теперь другая нога впереди. Скрещиваем руки перед собой, разводим в стороны. Вперед. Следим за дыханием. Вдох, выдох. Поднимаем одну руку над головой и заводим ее за голову, и другой рукой тянем ее за локоть. А теперь наклоняемся в ту же сторону. Дышим ровно. Затем опускаем руку перед грудью и сгибаем ее к плечу. Другой рукой снова берем за локоть и тянем. А теперь поворачиваемся. Теперь с другой стороны. Медленно тянем, растягивая боковые мышцы рук. И вниз. Рука перед собой. Сгибаем к плечу.
Медленно тянем другой рукой и поворот. Вращение плечами. Полный круг плечами. Вперед, вверх, назад, вниз. По кругу. По кругу. Старайтесь расширять грудь при движении плечами назад. Назад. Это упражнение очень хорошо для снятия напряжения мышц верхнего отдела спины. Сменим направление. Теперь при движении вперед стараемся расширить спину. Вперед. Теперь попеременно каждым плечом. И вверх, и вверх, и вверх. Почувствуйте удовольствие от движения плечом вверх. И вверх, и вверх. Теперь попеременно каждым плечом вперед. Вперед, вперед. Если хотите, можете добавить к этому движение коленями. Разведите руки в стороны и вращайте кистями назад. 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 Движение только в запястье. Теперь в другом направлении. Это отличное упражнение на развитие мышц рук и запястья. А теперь в обратном направлении, но вместе с бедрами. Бедра двигаются вперед, из стороны в сторону.